Первый раунд провалил, переоценил соперника, надо было самому поджимать. Вот, функционально хорошо был готов, но первый раунд чуть-чуть что-то в раздевалке раньше начал разминаться, бои затянулись, немножко силы ушли. Первый раунд неуверенно чуть-чуть, вот, но слава богу, что все так получилось, соперник на коротком давлении вышел, ему большое уважение. Честно, очень тяжело было в плане морально, вот я говорил, что нормально все, спрашивает каждый. Второй человек восстановился, не восстановился. Честно, еще нога чуть-чуть моросит. Вот, но я не хотел большой застой делать. Вот, решил провести бой. Слава богу, все получилось. В дальнейшем я буду еще лучше. Я лучше могу показать себя. Просто немножко так получилось. Честно скажу, с Олегом Оленичем надо хороший сбор проходить. Ехать в Дагестан как минимум готовиться. Вот. Но я хочу провести с ним реванш, если такая возможность будет. Алексей Нигеевич, если сможет организовать. Вот, мне надо время, хотя бы полгода подготовиться, восстановиться. Я с удовольствием принял бы этот реванш, если Олег, конечно, тоже заинтересован в этом. Потому что я гляжу, турниры идут, ему бои не дают. Вот. Переживаю за него, короче.